Участниками спортивного праздника стали воспитанники 5 детских садов. Каждая команда представляла свою визитную карточку, которая была по-своему яркая и зажигательная. А затем командам «Ромашка», «Солнышко», «Росинка», «Родничок», «Улыбка» предстояло определить сильнейших. За малышей не переставали болеть группы поддержки. Во время соревнований дети познакомились с профессиями строителя, электрика, отделочника, повара, механика, лесника. Команды строили замки, занимались заготовкой дров, пекли блины, декорировали обои, водили автомобили. Как и во всех детских соревнованиях, победила дружба. Самой быстрой названа команда «Родничок», самой дружной стала «Росинка», самой смелой «Ромашка», самыми яркими «Солнышки», самыми веселыми «Улыбка». Все команды получили заслуженные подарки и сладкие призы. Спортивный праздник «Вторые малые Олимпийские игры» прошел на ура. Евгения Шемякина, Антон Карев, новости провинции.